Да, я бы сейчас, конечно, с удовольствием погуляла где-нибудь в Португалии. Ну, а кто-то мечтает об Израиле. Вот, пожалуйста, все закрыто. Не хватает им посетителей. Игрушки открыты, косметика открыта, лекарства. Ну, это, видимо, новые магазины. О, какой Лего. Этот Лего надо сфотографировать отдельно. Не, хотя его не примут на сток, наверное. Так, тут вот игры для детей какие подвижные. Оба-на, вот это скалолазание. Читала про него в интернете. И когда же оно открыто? Замок. О, нашла парк. Это сначала другой парк. Так, парк. А, это не парк. Панки, панки, фанки-манки, обезьянки.